как дошел до миллионской жизни? Ну, короче, пришли мы с ужина. Вот. У меня стол был, он с одной стороны был простой, но с другой стороны было тяжело играть, потому что там было два очень агрессивных человека, ну, как любители, скажем так. Вот. Ну, как бы старый офлайн про. И с ними тяжело, они ничего не выкидывали, делали очень много там рейзов в таких ситуациях, где, ну, как раз там опасные карты выходили и так далее. Ну, без руки против них было тяжело играть. Вот. Но, соответственно, ничего не было, ничего не заходило. Вот. И тут сдали мне пятерки. Вот. Человек из Казахстана открылся, его закалировал, я не помню, пожилой армянин. Ну, извиняюсь, не помню имя. Эдуард? Он закалировал, и я закалировал третий. Вот. Доска упала в лет 9-5, 2-3. Вот. У меня свет пятерок. Вот. Но я знал, что ну, на этом борде они там себе что угодно придумают. Вот. И только самое главное, чтобы у них что-то было. Вот. Человек из Алматы прочекал, вот. Эдуард поставил 50 в банк 63. Вот. Я закалировал, четвертый дубей. Ну, то есть, не опасно. Вот. Он поставил 75 уже, и я так после непродолжительных раздумий поставил. Ну, соответственно, у нас была и агрессивная предыстория, вот, ну и плюс, как бы, я его тогда на валет 7 немножечко переехал. Ну, соответственно, я поставил all-in, он закалировал валет 7 там, червей без всяких, без всего, то есть без аута, просто оказался сразу на терне, и я, ну, не удвоился так, стало 800 тысяч. Вот. Потом меня пересадили за этот стол, и мне сразу практически пошла карта. Ну как карта, то есть там туз-король сдали, две десятки, две десятки сдали три раза, вот, и против ковальчука сдали валет дама гостевые. Вот, и... Нац против ковальчука. Да, нац против ковальчука, мы сыграли трибет-код, валет хайборд, и там мы отчекали на ривер, ковальчук со словами, ну, наверное, твое, ну, как, отчекал тоже ривер, я им показал. Вот. Ну и против валика мне с малого большой я поставил. Он защитился, доска дама 4-2, дама 4-2, две бубнушки. Я конбет, валит кол, терн десятка. У вот. Тебя сет? Да, у меня сет, я второй баррель поставил, валит кол и ривер. Туз. Да, и ривер упал туз. Вот. Но я подумал, что там как бы стритов практически нереально, по король валет как валик мог дожить. Ну и завалю бейтил там где-то процентов 65. Вот, и так стал миллион. Спасибо. Ну, продолжение идет. Удачи. Спасибо. Вперед.